Альянс Гиперборея ищет активных и адекватных игроков силой выше 4400 в свою северную кампанию. Вас ждут титаны 9-10 звезд, помощь по игре и многое другое. А для тех, кто ищет слияние альянсов, это будет идеальным вариантом, ведь свободно 12 мест. Северный ветер поможет добраться вам туда как можно скорее. Обещанный мною обзор на Тотамуна на эмблемах. К сожалению, эмблем, чтобы дать ему плюс 20, пока не хватает или нет мяса, поэтому вариант с тем, что Тотамун бьет с 6 камней в этом видео, не актуален. Подробнее о том, как разогнать Тотамуна для ульты с 6 камней по героям, можете посмотреть в соответствующем видео, которое есть где-то в углу. А сейчас пройдемся по его статам. На данный момент Тотамун имеет 791 атаку, 694 брони и 1545 здоровья. Быстрый навык и обновленная ульта. Наносит по 235% урона трем целям, призывает стражей зомбаков на себя и союзников рядом с 20% хп и 15% атаки от героя. Связь стихий дает плюс 10% к регену маны для героев тьмы. Семья ГМ 2017 года. Если он один на поле, то получает плюс 5% к регену маны. В атаке я рекомендую использовать минимум с обычными, а лучше со стихийными бронерезами, иначе урон по трем целям будет слабо заметен. А также немаловажно выбирать его позицию в команде, ведь теперь он дает прирост к живучести своими стражами не только для себя, но и для тех союзников, кто находится рядом. В моем случае это были герои без эмблем. При любых раскладах Тотамун обеспечит дополнительные 300-350 хп своими стражами для союзников рядом. А этот прирост может сделать сильнее и живучее не только героев без эмблем, но и даже имбовых героев, придав им больше времени для жизни. В среднем под стихийным срезом можете ожидать по 700 урона по целям, то есть суммарный урон по трем целям составит 2100 здоровья. А если иметь в своей команде еще одного подобного дамагера, то можно спокойно сделать минус фланг. Использование героя без бронерезов или бафферов на атаку не имеет смысла, и вы теряете больше половины в атакующем потенциале Тотамуна. Переходим к обороне. В обороне данный товарищ нестабилен, потому что теряет потенциал от отсутствия бафферов и резчиков тогда, когда это требуется. Поэтому единственное его место, где он возможно пригодится, это война с бонусом черепков. Урон от него будет смехотворный, и максимум, что может ему помочь закрепить на такой войне свои качества, это его класс. Колдун, который может в самый нужный момент застопорить героя врага, не дав ему набрать нужные камни для ульты. По классу его имеет смысл качать в атаку и здоровье. Здоровье повысит жизнь стражам, которых он призывает, а атака повысит его урон, который ему очень сильно нужен. По броне герой немного ватный, ну и камон, герою уже много лет, поэтому для атакующего раскрытия его способностей ему и нужны атака и здоровье. Не имеет смысла на титанах, но типа для урона камнями брать можно, но не самый лучший вариант. Налеты 9 из 10, оборона 7 из 10, титаны 5 из 10 и сложность управления 2 из 5. Как мы уже поняли, это оценки героя, если брать его в тандеме с минимум одним бронерезом, а лучше, чтобы было 2 трипл ударника. Такие как, к примеру, Пантера, Тотамун и, допустим, Мора. Без связок герой не обладает исключительной изюминкой для соло игры. Но опять-таки понимаем, что этот герой уже сам себя сдувает пылинки, и связки таким героям просто необходимы. Поэтому на вопросы, качать ли его, ответ очевиден. Если у вас нет для него связки, то просто забейте. А если связка есть, то и смысл есть. Вот такой коротенький обзорчик получился. Сорян за задержку. Я там, кстати, еще вроде задолжал обзор на разлим Регарда и на Киприота с эмками. Поэтому ставь елку, подписывайся на игрушки, пиши Снегурочку и ненадолго прощаюсь. Спасибо за просмотр, дальше интереснее. Всем пока.